Всем привет! Ну что, катим дальше? Проходим игру Rock of Ages. 5 звезд набрано, надо посмотреть, что там откроется. Какая-то там статуя стоит. Ну-ка посмотрим, докачусь ли я до туда. Нет, надо устроить битву. Сатедем. Погнали. Какие-нибудь еще шары другие затестим. Ну чё, он чё так скачет по кустам? Адам и Ева. Жух! Я напущу дракона. Ребром ему по лбу. На, яблоки отведай, прям в рот залетели. Все. Полоска вся ушла в никуда. Где-то тут в небесах. Наверное, для каждой карты тут надо подбирать свой валун. Тут супер легкие. Может, тяжелый попробовать. Катапульты. Что выбрать? Слоны, мельницы. Поеду, попробую тяжелый по тестю. Ой-я. Тут, наверное, надо на самом первом волне ехать. Уж больно тут много дыр, куда свалиться можно. Пострелять. Куда тут поставить? Бочки. Мельница. Так, две их тут. Нет. Промазал. Тут три. Третья. Ну, ставься. Что такое? А, денег нету. Ну ладно. Может, какие-нибудь тут и защиты сработают? Время вышло, пора ехать. На самом тяжелом. Стой, куда она прыгает, туда она прыгает.
Ой-ё, вообще не остановиться. Враг уже запустил свой. Он тяжелый и также тяжело на его останавливать. Стоять, разгон. Ужас таким тяжелым управлять. Просто зато должен быть мощняцкий удар по воротам. 192, но опять же не хватит урона, наверное, еще придется удара 2 делать. Её тут бочками надо затыкать. Ферма. Давай накапливай быстрей. Деревья бесплатные, но от них и толку никакого. А да, это туча. Это не дерево. Для бою готов. Вам не спихнуть, мой супер тяжелый. Ох, стеночка тут помогла. Чуть не улетел. Что-то там за собака на воздушном шаре. Куда-то я тут поехал. Вообще куда-то не туда зарулил. Нет! А, держись. Тяжеленный камень. Им управлять сложнее. Чё-то я не заметил. Чё там пружина? Вау! Не поворачивай. Давай быстрее, надо удар по воротам сделать. Мимо. Чё, у вас не выйдет? Так, гнал и 170. Еще один удар и должен враг повергнуться. Он все бочки сожрал. Ни хрена они не тормозят ни бочки, ни кто другие сдуть. Они просто время оттянуть. Тут-то что не ставится? Типа криво. Давай туда дуть. А вот туда. Две.
Может, он не затопчет армию мельниц. Так, куда? Куда? Вон туда. Все, поехали. Времени нету ждать. Стой, 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 стой. Ты я как-то нормально зарулил. О, все верно. Ну что это молния? Она ничего не дает. Да блин, прыгнул рано. Не спасет ваша стена. Наставили тут стен, ничего не видно, куда ехать. Вот куда поворачивать? Тихо-тихо-тихо-тихо. Чик. Я пришел за тобой. Шарик новый дали. Чик, захвачено. Стрелят мощными стрелами. Даже может поворачиваться на 90 градусов. Тут еще надо захватить вот эту юнита или что это там. Париж. А это что, плюс один? Давай в Париже. Сидит, думает. По лбу тебе, на. Бегает по мозгам. О, что это за карты? Он думает о пушке. Ту-т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 у. Мозги закипели. Не понял, а что тут делать? Иди сюда. Ему по... что-то тут показывали. Ему на... по башке надо, давай. Вот когда он ту-ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту. Да стой! Ему в бошку надо как-то попасть. А как залезть-то обратно? Где запрыгивалка? Ну, да что ты, залетай.
Как ему на голову-то запрыгнуть? Ну, чуть-чуть. Да, у меня слов нету. Когда этот ним появляется, то можно еще дополнительно прыжок совершить. Ну, как попасть-то в голову? Слишком быстро двигаться. Сложный босс. Ну, еще и пушки тут мешаются, конечно. А че они... бесконечно, что ли, появляются? Стой, куда он и поехал? Вот когда надо, я сразу пушка тут стреляет. Это мой шанс. На! Кажется, удар один прошел успешно. Ой-ой-ой. Задавили. Задавили. Целый камень. Нет. Хрясь. Что тут непонятно, то ли один раз засчитали, или два. Какие-то еще бомбы. Всё. Неужели он сломался? Все-таки выцепил ему мозги. Все, он отодвинулся. Один слот для юнита, вот она, что плюс один. Можно будет разнообразить свой парк юнитов для установки. Так, тут еще башня. Дувр. Какой-то там лев. Жух. Смотри, у меня тебя корона есть. И будешь на шее ее носить. Да. Опять поменял.
Давай тебе корону. Ура, у меня корона будет. Генри восьмой. Что-то бошки прилетели, заклевали. Нахватит вам скакать, поехали. Ну-ка, валун, земной шар. Его спутник может нанести урон ближайшим препятствиям. А, да вот она. Типа луна. Вокруг валуна. Его магические крылья позволяют совершить двойной прыжок. Это вот сейчас. Типа прыгнуть и еще раз прыгнуть. В принципе, интересно. А тут еще их куча будет валунов. Вон еще. Штук 10 закрыто. Так, выберем. Здоровенный, прочный. Бочки. Катапульты. Ферма это. И что издувать? Давай издувать. У-ху! Где? Где замок? Вот он, замок. Мельницу тут надо натолкать. Ну, ставься. И куда еще? Тут уже не ставит на синем. Тысяча 1400. Где они? Ферма. Да где я не вижу? Тут-то где? А, вон она. За этой штуковиной не видно. Чё, их две здесь всего? Чик, все. Успел. Меня ничто не остановит, ведь я на супер тяжел. Кривые. Мимо опять промазали. О, попали. Тут они опять стенку поставили. Стенку поставят и не видно, куда ехать. Мощняцкий удар. Прямо. В спину. Шарику. Зигзаги, повороты. Ну-ка. 179. Мне кажется, от выбора этого валуна очки урона будут всех одинаковые, смотря как разгонишься. Это просто на управление валуном влияет.
Застреляйте! Целую кучу тут натыкать надо. Он тут доедет уже покоцанный. Застрелять, еще сдуть. Ну, все. Я уже все тут перетыкал, а эти все еще делают. Делают валун. Да что-то могли бы и поменьше времени тут давать. Натыкать как попало. И вперед. Главное быстрее ехать. Чем быстрее доедешь, тем больше шансов на победу. Да почему не дали-то разогнаться? Они же в спину стреляли. Стой, вы что меня тут запутали? Куда ехать? Чуть-чуть не промазал. Полетели. Маловато. Средняя скорость написана. Он нанес удар, но у меня больше урона. Мельницы вроде бы и не помогают нифига. Тут и здесь. Все. Деньги тут закончились. Ждем. Пока они сделают валун. Одного удара, наверное, не будет мало. Очков не пишут, сколько осталось. Ту-т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 у. Поворот. Опять тут стену натыкал. Он тоже поехал. Надо быстрее него доехать. Да что такое ветер-то туда и показывал? Оба, здорово они застреляли. Ну, миллиметр. Тот тоже улетел. Надо максимально разогнаться. Давай отсюда разгон. Полетели. Сорок девять, какие-то опять тут копейки. Ну, значит, тоже не проломит. Ему мощи не хватит.
Он там с половиной жизни доехал. Ну, ставься. Все бочки кончились. Он все бочки снес. О, пускай тут на бочках кургаться. Тоже рот открыл. Ну, столько бочках, то он точно завалится. Быстрей. Быстрей. Надо опередить его. Любой ценой. Потому что он доедет и сломает. А может и не доедет. У меня там баррикады наставлены. Эх, чуть-чуть и промазал бы. Че вы так расстрелялись? Стоять. За ворот. Все. Поиграл он. Я пришел за тобой. Сколько у тебя визга? Новый шарик. Может, мощняцкий? Дали. Тут. Так, 8 звезд. Надо. Вон там еще одна башня. Или потом ее. А тут до куда можно ехать? Тут вся Европа, наверное. Голландия. Поехали и попробуем, что за Голландия. Тут тащит такой. Это какой-то кусок луны, а не камень. О, какой камешек! Что, заблевал его? Его заблюет. Ухо. Опять выросло. Заблевал его. Ван Гог. Бой! Так, на ком шарике проехать? Держава, зарабатывайте дополнительное золото, уничтожая врагов, если вы способны нести этот крест.
А он чё? Примерно одинаково. Ускорения, конечно, у него нету. Ладно, посмотрим. Воздушный корабль стреляет пушечными ядрами сверху, покрывая очень большую площадь. Ладно, проверим. Бочки и... кит. Что еще поставить? Интересно. Слоны вообще вроде бесполезны. Ту-т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 у. Где? Вот он, замок. Так. Чик. Враг не пройдет. Че такое? Эй. Не ставится больше. 5 штук. Как так? Лимит, что ли? Пук-пук-пук-пук-пук. О, забыл. Ферму воткнуть. Где она? Все, поплыли. 25. Туру-ту-ту-туру-ту. Надо еще одну ферму поставить. А уже 3. Пук. Все, погнали. Заодно и проверю, что за новый булыжник. С крестом такой. Что-то мне кажется, крест подкидывает. Эй, отцепись. Этот крест мешает. О, сколько денег-то. Золотой шар. По полям. По лесам. Мимо. Да уйдите отсюда. Надо объезжать эти штуковины. Он уже доехал. Он удар нанес. А у меня почему-то еле едет. Да конечно, как это? Бочка эта попала. Снайпера, блин, обалдеть. Максимальная скорость. Поврежденные валуны. Пять тысяч. Где? А, бочки 20. Враг не проедет. Пять штук этих. Маловато. А у него не... А что у него за колесо поехало? А почему у меня долго строят? Я не понял. Все,
Странно. 400 рублей тут уже очков. Что еще натыкать? Саванна. Слон. Ставься. Он не должен проехать. Она подпрыгивать может. Да как они так метко стреляют? Меня это вообще не едет. Надо другой шар было выбрать. Они наперед стреляют. Блин, а. Он уже доехал. На другом шаре было ехать. О, корова прилипла. Жопой. Поворачивай. Оп. Да по траве он разгон не набрал. А как ускорить? 5 штук этих можно натыкать. Он все равно пробирается. Пройдешь, слоны. Слоны уже не ставят. Давай, сдуем его. Охренеть, он несется с гиперскоростью. Давай, быстрее делайте. Слоны, держите его. Ломайте. Объехал. Объехал. Они половину жизни ему снести даже не могут. Разгон. Блин. Он не успел отстроить. Ну капец, застреляли. Все, слона сбил. Толку от этих монет, если он быстрее ездит. Давай, разгон. Ну, еще корову нацепил. Все, проиграли. Даже строить не буду. Все препятствия объезжают. По траве можно проехать.
дуть некуда. Чик. Опа, трое. Бочки, бочки. Ай, катись. Опа. Эти фейерверки останавливают жестко. Че, он доехал? До ворот или не доехал? Непонятно. Может, его замочили? Ох! Давай, жми! Еще один удар. Ух ты, повезло. А вот ему не повезло. Разблокировано колесо. Чпок. Жестко. Ну что же. На этом пока остановимся. А вы оставляйте комментарии. Всем пока. И до новых видео.